Снегопад останавливаться не собирается. Всю следующую неделю будут осадки. Об этом нам рассказали синоптики. Погода на праздники особо не порадует. Если завтра температура воздуха не опустится ниже минус 15 градусов, то уже в воскресенье похолодание будет очень заметным. Ночью нам обещают минус 25 градусов. И вот такая температура продержится до середины следующей недели. И в День защитников Отечества тоже теплее не станет. Кстати, и после праздников оптимизма не прибавится. В городе станет еще холоднее. Самый морозный день будет в следующую среду. Температура ночью будет почти минус 30 градусов, а днем около минус 20. В дальнейшем ожидается похолодание. После прохождения холодного атмосферного фронта на нашу территорию становится антициклон. Осадков будет меньше, пройдут они лишь местами. Но усилится мороз в ночные часы до минус 20-25 градусов. По северу центральных районов до минус 30-35. Максимальный днем составит минус 13-18 градусов.